Издавна. 10 колец давали нашему роду силу и власть. Если хочешь когда-нибудь ими владеть, я должен убедиться, что ты их достоин. Ты — это все те, кто тебе предшествовал. Они вновь воплотились в тебе. Ты — это твоя мать. И как бы ты к этому ни относился, ты — это еще и твой отец. Я предупредил своих людей, что как бы они ни старались, им тебя не убить. Я рад, что не ошибся. Ты ведь преступник. Кровавый убийца. Не смей так разговаривать со мной. Думал, сменю имя. Начну новую жизнь. Но мне не скрыться от его тени. Сын мой, нельзя бежать от своего прошлого. Теперь ты доволен? Ты всех сделаешь. Спасибо.